Все объекты к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске завершат без переноса сроков. Город получит новые дороги, благоустроенные фасады, аэропорт и конгресс-холл. Об этом заявила временно исполняющая полномочия главы города Наталья Котова. Город отвечал за подготовку дорожной части благоустройства. То есть здесь работы никакие не остановлены, жизнь продолжается. Практически 8 миллиардов поступило в Челябинский городской округ. Большая часть контрактов уже заключена, либо в ближайшее время будет заключена по остальным контрактам. Это вот только дело времени. Продолжается работа по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Я думаю, что здесь мы все доведем до конца, и жители города все равно получат те объекты, да, те территории, те скверы, те общественные пространства, которые мы планировали сделать. Наталья Котова также поручила исполняющему обязанности заместителя по градостроительству Сергею Репринцеву разобраться с долгостроями, которые находятся на гостевых маршрутах. Напомню, что саммиты ШОС и БРИКС пройдут сразу в двух российских городах. Об этом договорились президент Владимир Путин и глава региона Алексей Текслер на встрече в Магнитогорске в пятницу. Лидеров 30 стран примет Санкт-Петербург. Южный Урал сохранит все остальные мероприятия. Деловые форумы, культурную программу, спортивные игры. Так, город не будет перекрыт на 3 дня из-за визита глав государств. При этом все средства на подготовку к саммитам останутся в столице региона. А 5 миллиардов рублей удастся сэкономить и направить на социальную сферу, подчеркнул Текслер.